Всем добрый день и добро пожаловать на мой канал. Давно хотелось мне снять видео о спицах, но все у меня не получалось никак. И сегодня я решилась, подготовила линейку, также подготовила спицы круговые разных производителей. Ну, это которые у меня имеются, конечно же, в наличии. И также предложу вам изготовить спицы своими руками. Приступим вот к таким спицам. Спицы, это спицы пони. Ну, видела я у Екатерины Кадыровой, что у нее были такие спицы. И встретились они у нас в магазине. Я, конечно же, решила приобрести их. Но они, конечно, не очень удобные. Причем вот это расстояние очень короткое. Вязать на них, наверное, либо носки, либо гетры. Может быть, будет очень удобно. Единственное, что придется приспосабливаться к тому, что спицы сами короткие. Итак, они, эти спицы, сама спица где-то вот 11 сантиметров, и леска 20 сантиметров. Полностью спицы все, совсем вот они, не будем мы их распрямлять, так как леска здесь, где-то 41 сантиметр. Это самые маленькие. Заказала я набор китайских спиц на тросике 20, что ли, сантиметров. Вот пришел набор целый вот таких спиц. Одна ходила вот так вот кругом прямо своей оси по леске. И теперь уже отпала. Теперь смерим мы эти спицы. Они 10 сантиметров. Вот сама спица. Леска у нее 26 сантиметров. Для вязания детских шапочек вообще идеальный вариант. Единственное, что приспособиться нужно будет, конечно, к тому, что коротенькие спицы. В общей сложности где-то 48 сантиметров длина вместе со спицами. Я, кстати, почему снимаю это видео, так как перед тем, как купить, заказать спицы, я очень много видео девочек смотрела, и мне очень хотелось узнать вот именно расстояние лески длину лески и длину самих спиц. Насколько оно удобно будет. Поэтому и решила снять такое видео. Спицы китайские бамбуковые на тросике, на леске 40 сантиметров, вроде там говорится. У них леска 33 сантиметра. И сами спицы 14 сантиметров. Ну, что сказать, если пряжа толстая и шапочка побольше, где-то 56-58 размер, то на них более удобно вязать. А если детскую шапочку, то уже неудобно. Причем вот что несколько видео видела, что как-то там луп, ну что вытягивают как-то, что петлю, леску, допустим, то здесь не очень удобно даже и так вязать будет. Но имеют место быть. Еще у меня вот такие спицы антиквариат. Если вдруг вы встречали такие спицы, то пишите в комментариях.
У меня, можно сказать, вот по наследству достались такие спицы. Спицы очень интересные. Не скажу, что на них удобно вязать. Попробовала и, конечно же, остренько вот здесь вот колется. Может быть, если дольше вязать, и оно будет, ну, как бы вот обшоркается, то будет лучше. И смотрите, здесь вот закругленная получается вот как бы это спицы, и я не знаю, даже пластмасса какая-то, вот она мягкая пластмасса, и вот форма спицы даже вот в начале для того, чтобы держать, видимо, удобно было, но не особо удобно, так как они грубые. И когда вот сгибать, то напряжение чувствуется. Ну вот такие интересные спицы у меня. Это для вязания, ну, шапок или детских, наверное, кофточек в круговую. Точно так же у меня есть вот такие спицы. Но это вернее всего как спицы антиквариат уже. Не знаю, буду ли я их использовать при вязании каких-либо изделий, время покажет. Ну вот такие спицы достались мне, можно сказать, что по наследству. Очень необычные. Я их достану, так вот посмотрю. Интересно, от них не осталось ни бумажки, только вот как они лежали упакованы в мешочке, так и лежат. Еще хотелось бы показать тоже как антиквариат вот такие спицы, но возможно у кого-то и сохранились такие спицы. Ну вот мне тоже достались такие. На них пряжа, кстати, не скользит. Конечно, в этом минус. Постоянно приходится ее передвигать. Ну, так как я вяжу туго, а если кто-то, может быть, слабо вяжет, тогда хорошо. Вот такие спицы. Тоже вот они очень тоненькие. Еще вот такие пластмассовые спицы. Конечно, не всеми этими спицами вязать удобно. Некоторые уже, конечно, есть усовершенствованные, бамбуковые, они легкие, а эти вот на таких, конечно, тяжеловато вязать. Но, тем не менее, у меня вот в коллекции в моей лежат такие спицы. Ну и еще вот. Не вижу, где-то еще вот такие, вот с таким как бы наконечником. Такие и еще вот с таким наконечником. Ну, все имеют место быть. Итак, а мы продолжаем и переходим к тому, все-таки к круговым спицам, которые удобные либо неудобные в работе. Я попробовала сделать сама круговые спицы. Мне подруга отдала давным-давным-давно спицы, что она не вяжет, и они постоянно спадывали с лески, с тросика, нет, с лески, наверное. И я прибрала, так как я на весь не антиквариат обращаю внимание особо, и мне нравится, когда такие вещи есть, то и эти спицы я тоже прибрала. И совсем недавно решила попробовать изготовить из них круговые спицы. Вот что получилось. Спицы эти, вот я считаю, что вообще самые универсальные
по сравнению вот со всеми вот этими спицами, у них длина 11 сантиметров, то есть вот удобно их держать в руке. И вот это вот провод от электрического кабель электрический заизолированный, который вот внутри был провод я вытащила, и в результате у меня осталась вот такая вот как бы изоляция, это получается. И я приклеила, здесь немного капнула клея, ну и вот такие спицы у меня теперь в обиходе. Еще, так как вот одни спицы у меня такие подпортились, я из них взяла и сделала еще одни круговые спицы. Вот такие. Это тоже идеальный вариант. Вот такую шапочку. Ну, тут, конечно, она у меня в таком варианте, в незаконченном, так как пряжа закончилась, и это не мое. Мне нужно попасть к тете для того, чтобы отчитаться, что пряжи не хватило, и нужно будет довязать. У нее где-то есть шапка, я уже вам говорила. Ну вот, не знаю, что она скажет. Если нужно будет, то будем продолжать и довяжу ей шапку. Вот эту шапку я вязала на этих спицах. Очень удобно, очень-очень удобно. Это спицы у меня были отдельно, две отдельные спицы и не знаю как, с фиксатором на конце, с таким кругляшком. И вот я их, они спадывали со своих, вот оно вот на таком, даже у меня оно тут недалеко, под рукой они постоянно спадывали. И я переделала. Сейчас оно очень плотно находится, ничего не цепляется, так как здесь вот вообще какое-то углубление вот в самой спице. Удобные они длиной вот 12 сантиметров, очень удобно держать их в руке. И расстояние лески 28 сантиметров. Это самое удобное, я считаю, что расстояние для того, чтобы вязать шапку. Чтобы вот она очень удобно переходила в вязании. И скольжение происходит очень легко. Поэтому предлагаю взять какие-либо свои старые спицы и попытаться сделать круговые спицы. Вот еще такие на леске. Вот на такой, это уж действительно на леске. Там не знаю, как эти трубочки называются. А вот здесь вот на леске. С одной стороны я оставила, как оно было. А с другой стороны я разогрела над газом. И так как вот вся леска кручена-перекручена была в таком, в плохом состоянии, я ее обрезала и вот попыталась снова туда затолкать. Конечно, неудобно, очень неудобно. При нагревании металла леска не в раз еще попадает вот сюда, вот в отверстие, в это. Поэтому при изготовлении, если решите такие спицы сделать, то нужно быть очень аккуратными. Единственное, что вот у них переходы вот эти цепляют. Следующие это спицы, которые я сделала. Ну вот две штучки покажу. Это спицы от зонтиков. Это было изготовлено вообще они давным-давно. И на них уже связаны не одни носочки, и я варежки как-то даже вязала. Ну вот это от зонтика.
обрезанные такие коротенькие, специально делала спицы, чтобы было удобно, и затачивала, заглаживала их, вот зашкуривала по краям. Спица такая, ну, 15,5 сантиметров. Тоже они очень удобные в вязании, но единственное, что они тоненькие. Но имеют место тоже быть в моей коллекции. И самые излюбленные тоже в одно время спицы. Это спицы, изготовленные... сейчас скажу. Из счет. Счеты детские. Вот из них. Здесь заглажено, зашкурено все. И вот такие спицы тоже удобны. Тоже вязать на них носочки или варежки очень удобно. И вот они 15 сантиметров. Вот я с вами поделилась сегодня своей коллекцией спиц. Предлагаю вам изготовить спицы своими руками. Вот эти у меня даже лежат в корпусе в своем. Ну, а с вами я прощаюсь. Еще забыла, хотела показать вот такое. Это шапочка у меня вяжется. Как я ее называю, я ее слепила из того, что было. Она вяжется из остатков. Это дочке вязала шапочку, осталось. Это себе вяжу. И там отматывала, получается. И тоже присоединила сюда вот то, что получится. Это будет 2 в 1. Здесь тоже можно посмотреть, что используют точно такие же спицы. Вот как эти. Только здесь уже они идут вот на этой трубочке. Вот смотрите, оно все ровненько, вообще гладенько. Здесь подточено немножко. Вот это вот алюминиевая идет спица. И у них они заточены так, что вот этот переход даже совсем не чувствуется. Очень удобно вязать на них, прямо радуется душа. И они, кстати, обращу внимание, что вот такие спицы, они даже мне напоминают ощущение того, когда я вяжу на спицах на кубических спицах. Сейчас, если найду. Вот они мне напоминают вот такие вот кубические спицы. Ой, не помню, как они называются. Заказывала. Ну, в общем, вот когда идут они вот по металлу, такое какое-то ощущение, как будто... Ой. Какое-то покрытие у них такое, не знаю даже как описать, вот гладкое, приятное такое, вот что не как металл. Вот эти уже не такие, а вот эти они прямо такие гладенькие, такое чувство, что они покрыты как силиконом, не силиконом, чем-то таким. Вот настолько необычное ощущение. И вот эти тоже
Вроде они вообще такие, можно сказать, копеечные еще в то время спицы, но качество у них хорошее. Ну, теперь-то уж я с вами точно прощаюсь. Будет мне очень приятно, если вам понравится мое видео, если вы возьмете себе на заметку и кто-то изготовит, хоть даже несколько человек, себе тоже спицы. Особенно если у людей, может быть, нет возможности заказать спицы, или вы сомневаетесь, хотите попробовать на круговых спицах, дерзайте. Если есть спицы старые, кто-то вот часто бывает сейчас, если уже не вяжут, отдают, пробуйте, возможно, что-то у вас получится, и это будет самый идеальный вариант, самый идеальный выбор для вязания вашего кругового. Ну, теперь до свидания. Всем спасибо за внимание. До новой встречи.